Йоу-йоу, Магнито, сегодня с вами Магнито Плей, и сегодня мы продолжаем играть Кубок Мобильных Питеров. Да, ребята, сегодня у нас Нестер Геймс попался следующий соперник, вот, и мы будем брать и еще 3 очка, чтобы у нас оставался, ну, оставалось лидерство в группе D, да. Вот он уже принял, да, Ювентус Химки, у него чуть-чуть побольше рейтинг, и стартовый состав на его, ну, на ваших экранах. Роналду в центре, Гризманн слева, Марадона справа, Давид де Хея в воротах, Марселло, Рамос, вот. Так. Я не знаю, ставить, не ставить. Да. Ну, короче, дополнительное время я поставил, не знаю зачем. Ну и серии пенальти тоже поставил я. На всякий случай. Вот. Ну, надеюсь, что это не пригодится. Вот. Ну и мы начинаем. Был момент. Я пока что не комментирую ход попытки. Жоао Феникс, ну, отлично, красава. Киньян, Киньянчик. Да. Ну и удали Суари, потому что. И это гол, ребята. Я забил гол, да. Киньян МПП сегодня, по-моему, третий гол забивает в этом турнирчике. По-моему, если я не ошибаюсь, да, вот такой вот гол был. 1-0 мы ведем счетки. Да. И Давид де Хея берет мяч. Молодец. Красавчик. Ну вот. Роналдо бил по воротам, но мимо. Так. Угловой удар. Так, выносим мяч. Итак, ребята, извините меня, пожалуйста, 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 меня извините, я получается, ну, полностью не записал видеоролик, ну, и я вам расскажу, что у нас с Нестером Геймсом получилось, вот.
Я его выиграл со счетом 1-0. Там Килиан Мбаппе забил, как вы уже помните, да, в штрафной зоне соперника. Да, и получается, больше моментов таких не было, ну, таких вот, знаете, опасных, да, возле моих ворот, возле ворот соперника. В общем, я снова взял 3 очка, свою копилку, да, так сказать, и получается, что мы имеем, то, что первое место, ну, по-прежнему мы на месте, 6 очков у нас в первом туре, вот, ну и я надеюсь, то, что Эльшан не будет таким сильным соперником, насколько я буду видеть, как он играет. Ладно, ребят, давайте закругляться, так как еще раз приношу свои извинения за неполадки с моим телефоном. Я буду разбираться, что чему, и, пожалуйста, простите меня еще раз. Ладно, давайте подписываемся на мой канал, ставим лайкосы под видеороликом и нажимаем на колокольчики, чтобы не пропускать интересные мои видеоролики. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Сегодня с вами был Magneto Play. Всем удачи! И режите своих родных и близких, мойте руки с мылом, носите маски в густо населенных пунктах, там где много людей находится. Ну и всего хорошего, не болейте, и до новых встреч, до свидания.